Двигайся больше, проживешь дольше. Именно с таким настроем сотни участников спартакиады трудящихся соревновались в различных видах спорта и сдавали нормы ГТО. Кто быстрее, выше и сильнее, на стадионе первой спортшколы выясняли представители различных предприятий города, сотрудники районных администраций, а также просто любители активного образа жизни. Много-много лет в городе Сочи уже не было такого уровня спартакиады. Состязания серьезнейшие, такой спортивный боевой накал, который мы сегодня как поддерживаем Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И, безусловно, у нас сегодня весь стимул, все это направлено на подготовку Кубка Конфедерации 2017 года, который пройдет в городе Сочи в том числе. Проявить себя участники могли как в дарте, так и в футболе. В веселых стартах отношения выясняли команды заместителей главы города Сочи. Мы считаем, конечно же, что мы победили, потому что как минимум для себя. А так, главное, понимаем, что участие мы получили колоссальное удовольствие, в первую очередь, не потому что мы зрители на этом мероприятии, а потому что мы можем прийти и поучаствовать в жизни спортивной города. В итоге лучше всех с комбинированными эстафетами среди команд заместителей главы курорта справилась сборная Ирины Романец. Серебро у Сергея Юрченко, бронза у команды вице-мэра Юрия Паламарчука. Среди районов первое командное место заняли адлерцы. Центральный район в тройку лидеров не вошел, зато команда отличилась капитаном. Андрей Терещенко – единственный из районных глав, кто вышел на старт. У нас принимает участие команды коллективов мясокомбината сочинского, традиционно они у нас в волейбол играют. У нас принимают участие команды водоканала, хлебокомбината. Поэтому это такое всеобщая тенденция для того, чтобы мы как можно чаще встречались, проводили вместе время. Награды в честь празднования Всероссийского дня физкультурника получили не только любители, но и спортсмены. На основании приказа Минспорта звание мастера спорта России вручили трем сочинским гимнасткам. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.